У Гомелі супрацовники ДАІ и регионального центра правовой информации провели совместную акцию. С 1 сакавіка вступили в силу зміни у кодексе об административных правопорушениях, у тим ліку относно безпеки дорожного руху. У гульнявой форме жыхары города доведались об нововведениях у правилах дорожного руху, а так само об новых мерах отказности за правопорушение. Удельников акции чакали корыстные подарунки. Водителям, пешеходам, велосипедистам напомнили о том, что у нас сегодня произошли изменения, поинтересовались предварительно, в курсе ли они этих изменений. Всем участникам акции мы дарили книги ПДД, в которых есть подсказки с ответственностью, предусмотренной за те или иные правонарушения, а также календари и полезные сувениры.